Десятки детских голосов теперь ежедневно раздаются на площадке, которую оборудовали во дворе дома номер 40 на улице Чкалова в Каменке. Сюда приходят и совсем маленькие, и школьники. Территория рассчитана на разные возрастные категории – от 3 до 14 лет. А инициатива появления нового объекта для досуга ребят принадлежит местной жительнице Марине Кочуриной. С ней она обратилась к главе региона Олегу Мельниченко. 20 августа я попала на личный прием, когда губернатор приезжал к нам в Каменку и попросила благоустроить данную территорию. Губернатор сразу отозвался, и прямо на личный прием был решен вопрос, что он нам выделит 2,5 миллиона. До этого была у нас территория просто вот огорожена и как бы футбольное поле, которое нуждалось в реконструкции в какой-то. Вот именно мы хотели направление именно детско-спортивной площадки. Так желали дети. Турники, канаты, качели, шведская стенка – элементы, которые теперь пользуются популярностью у детворы. Уложили здесь и резиновое покрытие для безопасности ребятишек. Дополнительно здесь установлено освещение на этой площадке. По периметру площадки дополнительно еще было заасфальтировано вот этот участок, чтобы грязь не на площадку дети не заносили. Теперь местные жители мечтают о благоустройстве территории неподалеку. Она создавалась еще в прошлом веке и нуждается в реконструкции. Люди хотят, чтобы здесь появилась площадка для занятий спортом.